поздравить вас с тем, что сегодня 25 лет со дня нашей независимости. Сегодня объявляю, сегодня праздник, сегодня день государственных символов Республики Казахстан. Именно в этот день мы проводим знаменательное событие, посвященное волонтерам международной специализированной выставки «Астана-Экспо-2017». Біздің шарамызды мұраны, адал іспен, ерікті күшпен «Экспо». Клятва волонтеров. Мен ерікті ретінде салтанатты түрде, кодекс принциптерін қасиетті түрде құрметтеуге, адамдарға, қауымға, және мемлекетке көмектесіп, еріктілер қозғалысына қатысуға, үлгі тұтар тұлға ретінде болуға, өз елімнің патриоты болуға, топтың лайықты мүшесі болуға, еріктілер бірлігінің рухын құрметтеуге, жүрек үнін тыңда, жасампаздықты жандыра, өрлеуге және өркендеуге, ұлт рухынан жан нұрын жеткізуге ант етемін. Ант етемін, ант етемін, ант етемін. Волонтеры! Лучше всех! Нас на Экспо ждет успех! Нет, вы молодцы! Уважаемые волонтеры! Сегодня для вас знаменательный день посвящения волонтеров нашей международной выставки. Совсем скоро выставка откроет свои двери для наших гостей. 115 стран и 22 международных организаций будут демонстрировать свои достижения в сфере альтернативной энергетики и зеленых технологий. Это мегапроект, инициированный главой нашего государства Нурсултан Абишевичем Назарбаевым. И это все мы должны всегда помнить. От вашего радушия, гостеприимства и профессионализма, можно сказать, будет зависеть успех выставки. Позвольте выразить уверенность, что вы с честью справитесь с этой задачей, достойно будете встречать наших гостей, показывать наше гостеприимство, создавать хорошее настроение, самое главное – возможность посмотреть, увидеть огромную работу, которую представляет Казахстан, а также 115 стран мира. Желаю вам успехов! Искесет! Рахмет! Ассаламу алейкум, хурметы достар! Good afternoon, my friends! Добрый день, уважаемые друзья! Сіздермен кезгестене қуаныштымын. Алдымызда өте қызықты, бірақ қиын күндер тұр. Сондықтан мен сіздерге сәттілік, құш-қуат, денсаулық тілеймін. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ішкі сәт. Дорогие друзья, как уже сказали, сегодня какой-то уникальный объект. И вместе с вами нам предстоит пройти это испытание, это длинный марафон длиной в 93 дня. В Казахстане, в Астане проводили очень серьезные мероприятия, такие как саммит глав ОБСЕ, съезды мировых религий и многие другие. Но они шли 3-4 дня. Мы принимали универсиаду, она шла 2 недели. Мы принимали универсиаду. Сегодня мы стоим перед большим проектом, который будет 93 дня, и к нам приедут 2 миллиона туристов, как минимум. Поэтому мы, Ахмеджан Смагулович, правительство, мы, Акимат, все готовимся серьезно к этому мероприятию. Построен по поручению президента аэропорт, вокзал, отели, 200 отелей, хостелов, 900 ресторанов, кафе, много парков, которые готовятся принять гостей. Но, конечно, в Астане максимум было 800 тысяч туристов в прошлом году, за год. Теперь за 3 месяца мы ждем 2 миллиона. Будет очень большая нагрузка, и нам очень нужна ваша помощь, ваша энергия, ваша инициативность, если хотите, ваша смекалка. Поэтому я хочу пожелать и вам, всем нам удачи, много сил. Уверен, что вы поможете и сгладите очень многие моменты,
чтобы наши гости были готовы, покажете свой профессионализм. Я думаю, что это хороший шанс молодежи показать родине все, что она получила. И я вот вижу здесь, что 4500 волонтеров Экспо очень организованные, красивые, энергичные. Хочу, Ахмеджан, смогу сказать, что мы в городе тоже создали армию волонтеров. 1500 человек. И наши ребята будут работать круглосуточно, помогать полиции, в больницах, аэропортах, отелях, на 6 языках. Я думаю, что без вас мы бы не справились. Я хочу сказать, что наши городские волонтеры будут работать вместе с волонтерами Экспо, плечом к плечу с нами. И хочу сказать, что они тоже очень мощные, организованные, дисциплинированные и, я думаю, потянут любую задачу. Астана Жандары, дайте Сатарма!